Привет всем. Сейчас у меня просто отличное настроение, потому что через буквально 10 минут я выезжаю в Тольятти. Сейчас 10 утра, и выезжаю я на гонку Мегалада Восток. Фанаты спидвея и кто увлекается, знают, насколько важна эта гонка, насколько интересна. Интересна она не только тем, какие команды выступают, а кто за них ездит. И за Восток приезжает Джейсон Крамп, австралиец, и просто мой кумир. Я его сегодня увижу. Оттуда я вам сниму влог, где отдельно будет Джейсон Крамп и Грег Хэнк. Для всех фанатов спидвея, я думаю, это будет прекрасный влог. И по идее, мне пора выходить, за мной приехали, поэтому встретимся в Тольятти на стадионе. Пока. Наконец-то мы приехали в Тольятти. Через час гонка, и я все ближе к Крампу. Мы сейчас зашли в пиццерию похавать и потом сразу на гонку. Крамп всего лишь в километре от меня. Yes. И как вы думаете, каким едет Крамп? Джейсон. Хай, чувак. How are you? Он ответил good. Thank you.
You my favorite rider. Okay? Что я обнял Крямп, пофоткался с ним, он стоит у меня за спиной. Это просто вообще жесть. И Тарасенко здесь. И Джейсон Крамп сзади меня. Только вот эти когда, если можешь, то... Просто спроси, почему? Ну, а это самарские собаки. Ну вот я и дома, и должен вам сказать, что 17 мая был прекрасный день из моей прекрасной жизни. Это просто была невероятная встреча и невероятная гонка. Я несколько раз видел каждого из гран-пристов, и это была моя давняя мечта познакомиться, ну, не познакомиться, увидеть Джейсона Крампа, и всего два раза я видел его. Один раз на гран-при, один раз вот вчера, и это было для меня... Я просто потерял дар речи, если вы заметили, когда я стоял рядом с ним. Но все-таки я спросил у него кое-что. И для меня это было очень круто. Я вот только когда приехал, подумал, почему я раньше не снимал все это, как делаю сейчас, потому что если бы я все снимал, то было бы миллион влогов со звездами. Я видел столько звезд, начиная от Жанны Фриски, дискотеки аварии, кончая ДДТ, Мумитролем, Уральскими пельменями и так далее. И поэтому в будущем вы увидите очень много влогов, я думаю. И поэтому смотрите меня. Ну вот, в принципе, и все. Если вам понравился мой влог, вы можете ставить мне пальцы вверх, лайки. И также вы можете подписываться на мой канал на YouTube. Следующий влог будет очень скоро, и как раз в этом влоге вас ждет сюрприз. Это был тольяттинский влог. Всем пока. Кстати, хотел сказать, недавно я снимал влог про Ли Ричардсона, который трагически погиб на стадионе в Польше. Он был гонщиком. Так вот, Джейсон Крамп и все остальные участники Гран-при и вообще вся мотофедерация очень сильно помогает семье и морально, и финансово. Так что меня это очень сильно радует, что они все как одна команда.